замок Абрамс, Инсбрук, звуки природы, парк полевой. Вот такая усадьба замка, прилегающая территория. Территория замка. Ой, нашла перо я. Павлиния. Где-то павлин потерял свое перышко. С утра уже экскурсии. Они по этой части проходят. Потом идут тучи из замка. Интересная часть замка. Обзор туалетов в замке. Так вот здесь чисто все. Красиво. Канны растут. Wo ist der Nachbar hin? Ja, grüße, Herr Eckzahn. Der ist heute leider ausgefallen. Dem war sein Zahnfleisch. Мы в Праге. Через 150 метров поверните налево.
Яблочком едем. Пока Прага не впечатляет. Никак. Грязноватый город. Разрисованы все дома. Поверните налево. Никак не впечатляет. Может быть, будет лучше позже.